К будущему градоначальнику предъявляется ряд серьезных требований. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет или стаж государственной либо муниципальной службы не менее 3 лет, знать Конституцию Российской Федерации, законодательство по вопросам деятельности органов местного самоуправления, устав муниципального образования, муниципальные нормативные правовые акты. Каким должен быть новый мэр, а в частности, какими качествами должен обладать будущий градоначальник, мы спросили у жителей Нарьян-Мара. Мэр должен быть молодой, энергичный, чтобы у него были цели города, цели людей, жителей округа, города, вот, чтобы как бы побольше уделялось внимание молодежи, детям. Чтобы честный и не воровал. Вот так. Во-первых, должен быть честный, добропорядочный и помнить всегда, что он работает и живет для людей. И для людей работать. Заботливым, конечно, заботливым. Хозяйственным должен быть. Честным, честным в первую очередь.